Найдено тело южноуральца, слетевшего с дамбы на квадроцикле. Мужчину нашли спустя 5 дней поисков. Напомним, трагедия произошла ночью 27 мая. Виталий Гришин вместе с женой возвращался домой на квадроцикле. Водитель не справился с управлением, и техника упала в реку Юрюзань с 4-метровой высоты. Тело Светланы нашли на следующий день. И вот теперь поиски мужчины остановлены. Его тело нашли водолазы. Известно, без отца и матери осталась маленькая дочь.